Ну что, айда скорее, айда. Айда, матушка мой, айда скорее. Ну иди скорее, айда. Айда. Буся, Буся. Кс-кс-кс-кс. О, молодцы. Погреем маленько лапки, вот так вот. Давай погрей, погрей. Ой, горячая батарея. Вот так, вот, молодец. Да, горячие батареи-то, горячие. Что это такое? Так что же это такое? Опять напакостили, опять все со стола собрали. Все это на место надо положить. Это все надо куда-то девать. Вот куда от вас все девать? Да? Ну, наплевать на кошек, пошла-ка я почитаю лучше книжку. Вот и все. Собаки накормлены. Осталось свободное время. Боже мой, да что ж ты тут натворил? Там у меня напакостил, а здесь-то ты что сделал? А посмотри-ка, а ты и денежку нашел? Ну ты даешь, кот. А я потеряла, я думала, что не будет уже у меня. О, как хорошо. Ну что, вот, приходится все, вот, прибирать опять. Земля, колонна. И где что вот это вот? Что за пакостные кошки такие, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ну и ладно, что. Поставим так вот. Все. Куда деваться-то? Уж кошек завела, да пить. Терпеть приходится вот. Посмотрю, что там у меня самая заначку-то. Сказки народов Урала и Поволжья. О, ничего себе. Так, в следующий раз буду я еще туда побольше ложить. Не тысячную, а пятитысячную. О! Ну-ка, что посмотрю-ка. Я рассказываю о смелых богатырях. Чем я чуть. Чужие и гасания. Башкирские сказки. И что там? Смотреть, что тут делается. Что же там свет-то горит-то? Я пошла, посмотрю-ка. Да, что ты? И что ты тут делаешь? Гав. И куда ты пошел? Да, мальчик мой. Хороший ты у меня кот. А что ты с куклой тут делал-то? На коленочках у ней сидел, да. А кукла-то куда девалась-то? Убежала, что ли? Ой, так она... Ой, дайте ж мне привиделась во сне. Пошла от мышей. Топтать яблоньку, чтоб не погрызли мыши-то. А то эти мыши-то доберутся до яблок. И яблок не увидим. И что вы там лаете? Давай, пошли. Прогуляемся. Какая благодать-то. О, какая красота. Ну ладно, пошла я. Ой, а как же я дойду-то? Да, придется все-таки. Ой. Откуда же мне взять? Туда, туда, туда.
Ой, что-то устала я. Все, пошла-ка я домой. Ох-ох-ох. Ну-ну. Ну, ладно. Все. Ой. Наконец-то я все протоптала. Как хорошо-то. О. Все протоптано. У меня теперь все груши, яблони будут. Попьем после работки-то. Ой. Ну вот, сейчас чайку попьем. Ну вот, все сделала, протоптала. Пока до марта уже ничего делать не буду. Ну вот, пошла. Теперь можно книгу-то почитать. Отдохнуть, почитать. Куда? Куда идешь? Ну вот, наконец-то я отдохну. Почитаю свое удовольствие книжку, а потом спать.